Вы знаете, как Исламский банк предоставляет финансирование? Мы поможем вам разобраться. Знакомьтесь, это Азамат. Он владелец швейного цеха. Для дальнейшего развития собственного бизнеса Азамату необходимо приобрести новый запас материала. Азамат придерживается принципов, которые запрещают брать деньги под проценты. Как же ему быть? Он решает обратиться в Исламский банк для финансирования своей покупки. Азамат объясняет сотруднику банка, что ему необходимо приобрести материалы у компании «Текстиль». Банковский сотрудник предлагает финансовое решение на основе договора «Мурабаха». «Мурабаха» — это не кредит. «Мурабаха» — это честная сделка между банком и клиентом по продаже товара, в которой себестоимость товара и наценка банка заранее известны обеим сторонам. Итак, как «Мурабаха» работает в Исламском банке? Исламский банк берет на себя роль покупателя и закупит партию материалов у компании «Текстиль» по заказу Азамата. Купив материалы, Исламский банк принимает на себя риски и становится владельцем товара. Далее Исламский банк становится продавцом и продает товар Азамату. Цена товара, включающая себестоимость и наценку банка, зависит от размера и срока финансирования и согласуется сторонами заранее. Теперь собственником товара становится Азамат. Он обязуется платить за товар в рассрочку в течение оговоренного с банком срока. Так чем же это отличается от обычного кредита? Мурабаха – это договор купли-продажи товара, в то время как обычный кредит – это договор предоставления денежных средств на основе начисления процентов на сумму задолженности. Поскольку цена продажи товара уже зафиксирована, Исламский банк не имеет права получать дополнительную прибыль за счет взимания штрафов за просрочку платежа. В случае, если Исламский банк взыскал штраф с клиента, то эти деньги пойдут на благотворительность. Это также является отличием исламских банков от традиционных. Подведем итоги. Мурабаха – это сделка, основанная на купле-продаже. Отношение между клиентом и исламским банком – это отношение покупателя и продавца. Исламский банк приобретает товары для своего клиента и продает их в рассрочку со своей наценкой. Теперь, когда Азамат узнал о пользе финансирования Мурабаха, он знает, как правильно развивать свой бизнес. Как и в случае с Азаматом, вы можете пользоваться инструментом Мурабаха для финансирования своего бизнеса, а также для личных покупок, таких как мебель, электроника, бытовая техника и многое другое.